еще слаще и вкуснее. На ульяновской кондитерской фабрике «Волжанка» заработала новая линия по производству желейных и помадных конфет с начинкой. 26 человек работает в бригаде, обслуживая данную линию. Это операторы на варке, операторы на отливке, на глазировке и на заверточных автоматах. Минувший год стал для «Волжанки» знаковым. Фабрика завершила свой трехлетний цикл реконструкции и модернизации. Здесь капитально отремонтировали цеха на 4-м и 5-м этажах здания. Открыли склад, заново запустили котельную. Наконец, к выпуску конфет подключилась новая производственная линия. Но и это далеко не предел. Эта линия будет первой из 5 линий, которые мы планируем открыть в этом году. То есть мы начинаем следующий этап модернизации производства и планируем, что до конца этого года здесь будет установлено 5 высокотехнологичных современных линий, которые позволят повысить уровень производства «Волжанки» и дальше укрупнять ее как крупную федеральную фабрику, которая на сегодняшний момент уже является. 3, 2, 1, поехали! Свою руку к официальному пуску линии приложил губернатор Сергей Морозов. Глава региона ознакомился с реконструированными помещениями фабриками и даже успел поностальгировать. Вспомнил, как гордился, что работал на фабрике во время школьных каникул. Хорошо с вами знаем о том, что история фабрики начинается с 1974 года. Ну, я даже когда жил в Кентяковке, когда была возможность каникулы работал либо здесь, либо тогда еще на рядом молочном комбинате. Отличившиеся работники кондитерской фабрики в этот день получили из рук губернатора благодарственные письма за добросовестный труд и верность к своей профессии. Я учился в училище ПТУ номер 1. Там 3 года отучилась, затем пошла в карамельный цех и до сей поры тут работаю. Но уже где-то 25 лет. Сама работа нравится. Весь коллектив очень хороший, добрый, отзывчивый. Сегодня основной ассортимент «Волжанки» – это весовые конфеты, карамель, плиточный шоколад. Вся сладкая продукция сходит с 17 производственных линий фабрики. Новая производственная линия позволит в месяц выпускать 32 тонны новых желейных и помадных конфет по типу «Левушка». А это значит, что карамельный цех кондитерской фабрики «Волжанка» в год будет выпускать свыше 300 тонн сладостей. Рената Люлова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.